А ну вставай, засранец! Новый видос вышел! Давай вставай, смотреть пора! Дэмьен Шазел. Реджи, не ешь его! Совершенно очевидно, что я изобрел безумное щупальце с ножом. Если кто-нибудь хочет помочь мне его выключить, я жду вас у себя дома. Чё-то от меня воняет. Чё за запах странный? Слышь, понюхай, чё такое? Чё? Ну запах странный. Ну-ка. Скажи мне, что ты был нежеланным ребенком, не говоря этого. Мои мамка и папка, в общем, брат и сестра. Да что ты будешь делать? Почему не работает? Дайте покажет, как надо кататься, йоу. Николь сейчас покажет. Давай, Николь, мочи. Да, оседлала как родно. Шутки с игрой слов. Чё делать будем? Короче, им нужно говорить «сок катерс», то есть «нарезчики носков». Ну, вся сложность заключается в том, что очень хочется сказать «как сакерс», то есть «сосальщики пынусов». Вот в этом юмор! Так, давай твоя очередь. Один как сакер... Ой. Взрослые бабы же, ну. А что такое? Это что, для песиков, что ли? Чё, правда? Ёкерлэмэны! Что там у тебя за спиной? Подожди, сначала как тебя зовут? Наоми. О, это же имя моей девушки. До нее не дошло. Мы недавно познакомились, она очень милая вроде. Я много о ней не знаю, но, типа, она милашка. Хочешь узнать одну вещь о ней? Чё такое? Она лесбиянка. Привет, Джорджи! И хочешь поиграть? Хочешь назад свой кораблик? Кораблик? Хочешь назад свой кораблик? Ты дурак! Привет, меня зовут Гарри, мне 22. Занимаешься фитнесом? Да. А как насчет... Сука, опять игра слов! Что делать? Короче, чтобы вам жизнь малиной не казалась, вот вам задание. Придумать, как адаптировать эту шутку на русский язык. Слушаем внимательно. Are you into fitness? Yeah. How about you fitness dick in your mouth? Загадка от Жака Фреско. На размышление 5 секунд. Время пошло. Давайте взглянем правде в глаза. Есть несколько хищников и несколько бигфутов. Их же не будет сотни по улицам бегать, их парочку. Пришельцев не существует. Сколько экспедиций мы уже отправляли и никого не встретили. Я имею в виду, человек же существует, мы его видим, мы с тобой люди, правильно?
А как насчет того случая? Ты видел, что двух копов арестовали? Как это вообще возможно? Зачем? Зачем люди ходят в бассейн? Иди на пляж, купайся. Русские поломали наше голосование. 100%. Отвечаю. Так, Чарльз, что ты делаешь? Что ты хочешь? Ну, нет, серьезно, сейчас... Поставь чаек, чтобы все сработало. Да поставь ты чай, господи. Вкусный чай. Да понятно. Так, итак, тебе нужно... Слушай внимательно. Тебе нужно закрыть глаза. Так, если боишься, просто отойди, чтоб я с тобой ничего лишнего не сделал. Я клянусь, ничего с тобой не произойдет. Так, готов? Закрой глаза. Дальше открой. Закрой глаза. Закрой глаза. Достань язык и представь, что сыпешь соль себе на язык, и ты действительно ее почувствуешь. Сейчас попробую. Достань язык и сыпь соль. Чё-то не почувствовал. О, пианинка. Да. Хочешь мою любимую песню послушать? Конечно. О, у тебя там барабанчики, давай. Я их тоже использую. Так, я готов. Ну, давай дальше. Ты узнал? Да, звучит знакомо, но очень знакомо. Откуда это? Сыграть еще раз? Да, давай. Да откуда ж я это помню, блин? То есть ты раньше это слышал, да? Я думаю, да. И как часто? Раз или два в месяц? Или пару раз в неделю? Я без понятия, чувак. Мои музыкальные вкусы, они весьма разнообразны. Так что я абсолютно без понятия. Ты уверен? Это интро Порнхаба. Вау. Здравствуйте. Привет. Поздравляю вас прежде всего. Fuck you. I'm a bad bitch. Так, фотки готовы. О нет, не может быть, нет! Вот незадача. Yes. Тыкаем! Спорим, ты не сможешь перевернуть. Ну, перекинуть. Не испытывай меня, блин. Ну, давай. Надеюсь, дверьми не хлопай тут. Хорошо. Да блин! Вы сами знаете как?